Уважаемые друзья, франшизы, дорогие друзья, мы с удовольствием приветствуем вас в Москве, тем более, как я понимаю, это ваш первый визит в нашу столицу. مع الوزير مع الأصدقاء الكرام نرحب بكم في موسكو خاصة في ظروف عسى الزيارة الأولى بالنسبة لكم إلى موسكو. Мы Российская Федерация заинтересованы в том, чтобы Ливан сохранялся суверенным, территориально целостным, независимым государством. نحن في الروسيا الاتحادية نحن مهتمون بأن دولة لبنان تكون مستقلة ذات السيادة ومواخذة الأراضي. Убежден, что и те политические силы, которых вы представляете, это важная часть ливанского общества, занимают ту же позицию и хотят, чтобы все ливанцы, независимо от их этнической и профессиональной принадлежности, договаривались между собой по любым сложным вопросам внутренней жизни. ونحن نتمنى أن القوى السياسية التي أنتم تمثلوا وهو جزء كبير من القوى السياسية اللبنانية الداخلية جميع أعضاء هذه القوى هم يتخذون المواقف الثابتة والواضحة تجاه ضرورة تحقيق الصفوف والجهود المشتركة في لبنان من قبل جميع الأطراف السياسية لإخلاص التقدم. Мы, как и все искренние друзья Ливана, приветствовали состоявшиеся в мае этого года парламентские выборы, которые позволили положить конец длительному внутриполитическому кризису, который продолжался 2.5 года. ونحن في جميع أصدقاء لبنان رحبنا نتائج رحبنا إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان وهذه الانتخابات قد أنهت فترة الأزمة السياسية الطويلة التي طالت سنتين ونصف. И сегодня, когда продолжается формирование правительства по итогам этих выборов, нам очень важно услышать ваши оценки перспектив достижения соответствующих договоренностей, потому что от этого зависит стабильность Ливана, и от этого зависит способность ливанцев самостоятельно, без вмешательства извне, определять свою судьбу. واليوم من المهم جدا بالنسبة لنا أن نستمع تقييماتكم وتقديراتكم في ظل العملية الحالية بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان أساسا على نتائج الانتخابات وهذه التقييمات والتقديرات المهمة للحفاظ على استقرار البلد وأمنها. Интерес представляют и ваши оценки ситуации в регионе, прежде всего в соседних странах, имея в виду Сирию в первую очередь, а мы будем готовы поделиться теми усилиями, которые Российская Федерация предпринимает для того, чтобы содействовать скорейшему урегулированию кризиса в Сирийской Арабской Республике. وأيضا نحن نختم كثيرا باستماع منكم تقييماتكم ورؤيتكم فيما يحصل في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص في دول الجوار لبنان وبشكل خاص في سوريا ونحن من جانبنا نشارككم عن يعني جهود الروسية المبذولة لتسوية الأزمة السورية. Добро пожаловать. Ахлан бик. Маали вазир аля изафатикум лана. Ва яни нахну наташарраф би хаза ал-лика. Ва нахну наътабир анна Лубнан хуа би хаджмихи ва Сурия би хаджмиха ва Русия би хаджмиха, валакин нахну наътабир анна من موقعنا الخاص ومن موقعنا السياسي نعتبر أن سوريا هي الصديق الأقرب إلى لبنان اليوم.
Спасибо вам большое за гостеприимство. Для нас большая честь быть в Москве. Считаем, что Ливан, исходя из его географического положения и политического, что Ливан рассматривает Сирию как одного из своих самых близких друзей. يعني نتذكر دائما أن سوريا هي كانت الداعمة الداعم روسيا هي الداعم الأساسي لانتخاب الرئيس سامي فرجي رئيس جمهورية 1970. И в частности от себя хотел бы добавить, что я всегда это помню, что Россия была одним из основных сторонников и оказывала большую поддержку в ходе политических президентских выборов в Ливане в 70-х годах, когда президентом был избран господин Фрадин. لذلك نحن نعتبر أننا اليوم كنا دائما نشتاق متشوقين إلى دور جديد لروسيا في المنطقة ومنذ يعني في السنوات الأخيرة نجد وجود جديد لروسيا في المنطقة وهذا ما كنا نحتاج إليه نحن. И хотел бы также отметить, что мы уже давно хотели видеть Россию и большее присутствие в нашем регионе, потому что он в этом нуждался. И вот в последние годы это случилось. Роль Российской Федерации в делах нашего Ближнего Востока, она возросла, и это то, что было необходимо.